С неба на землю. Отряд особого назначения Краевого управления Росгвардии отработал десантирование беспарашютным способом. Тренировались в районе острова Татышев с борта вертолета, нависшего на высоте в 30 метров. Бойцы спускались в полной боевой экипировке с оружием и снаряжением. Сообщается, что такой способ десантирования позволяет оперативно выполнять задачи в любой ситуации, вне зависимости от времени года и особенностей местности.